следите за событиями? Обязательно. Вот скажите, если бы у нас объявили сбор какой-то помощи, ну, гуманитарной или денежной, вот вы чем были бы готовы помочь? Да я думаю, что нашел бы чем помочь. Нашел бы чем помочь. Ну, им в первую очередь нужны предметы первой необходимости. Во-первых, вода. Воду я туда не повезу. Я готов немного денег дать. Как говорится, денег вообще-то у меня маловато. Но есть же всякие тряпки и прочее, прочее. Ну, для них же всякая одежда нужна, потому что они безо всего остались. Они же практически голые остались. У них там уже ничего нету. В первую очередь даже теми же вещами необходимыми, чтобы для детей, для взрослых. А у меня тем более дети уже выросли, много детских вещей. Да мне кажется, им сейчас душевная поддержка самая первая нужна. Ну, там это еще... ж страшно. Ну, вещами, да, вот такие. Да, там что-нибудь, страшно. Игрушки там детям. Ну, как передают средства массовой информации, что одеяло, пледы. Я тоже готова была отдать одеяло и подушки, и аптечки. Ну, там они одеяло в основном просят. Ну, и могу пару одеялов привезти. А куда? Я, конечно, была бы готова, потому что у меня там живут родственники, знакомые. И одежда, и питанием, конечно, мы могли. Ну, не знаю, смотря что требуется, там, не знаю, что им там нужно. Одеяло, медикаменты, там, может, проще деньги сдать. Конечно, деньги. За деньги можно все приобрести.